как все успевать? Чтобы все успевать, мозг должен активно функционировать. Для этого прежде всего надо высыпаться. Норма для взрослого человека – 7-8 часов в сутки, не забывайте об этом. Начните правильно питаться. Определенный режим и здоровая пища, включающая в себе свежие фрукты и овощи, обогатит организм правильными ресурсами. Это даст вам энергию, здоровье и подкрепит функционирование мозга. Займитесь спортом, его польза для человека безгранична, начиная от утренней зарядки, дающей заряд бодрости на весь день, заканчивая серьезными тренировками, которые обеспечивают крепкий иммунитет. Также физические нагрузки вызывают выброс эндорфина в организме, который имеет второе название гормон счастья и дарит вам хорошее настроение.